Конечно, если так вот тупить все время. О! Подожди. Это что такое-то? Вот это прикол. Все равно мячик у нас вылетит сейчас рано или поздно. Тут все равно от нас, наверное, улетит. Друзья, всем привет! Вы на канале Папа Фан Машины. Это игра Hill Climb Pressing 2. Так, сегодня попробую улучшить результат в командном событии. 26662 у нас есть. У нас VIP вообще на 39105 баллов. Должару. Так, ну чего? Ребят, ну не получается у меня и все. Туплю где-то как-то, ребят, что-то немножко неправильно сделал, и все. И у нас идет насмарк. Так, здесь что мы берем с вами? Стартовый. Прыгалку убираем. Давайте зацеп. Блин. Зацеп у нас на супердизеле, в принципе, так хороший. Хотя, наверное, пригодится, да? А давайте берем его. Хорошо. Подвесочка. Так, может, нам поможет замена краски. Давайте попробуем. Хорошо, поехали. Астри билет, в принципе, бесплатных, наверное, есть. Только не разбейте мне крышу. Только не разбейте мне крышу. Так, прыгалка, форсаж у чувачка стоит. 6600. Не так, как хотелось бы. Ну ладно, тоже сойдет. Так, воздушный. Здесь мы берем с вами вот такие, по-моему, детали. Если я не ошибаюсь. Ладно, давайте их возьмем. Просто я играл в ивенте, ребят. Что-то там переделал. Хотя в ивенте я на суперкаре вроде не играл. Только не тюкнись, плиз, плиз. 5400, 8500. Ну, обнадеживающе, ребят, обнадеживающе. Так, здесь теперь тоже восьмерочку пособрать. Ну, вообще замечательно. Оу, десяточка. Вообще замечательно. Так, вот здесь я сейчас могу профукать. Вот здесь я явно могу профукать все на свете. Так, прижимная, бла-бла убавил. Так, зацеп есть. Ладно, давайте пробуем. В принципе, если что, наверное... Если что, наверное, перезапустим за билетик. Если что-то не получится, перезапустим. Ну какого лешего, ребят, нам засчитали поражение. Да что ты будешь делать? Давайте повторим. Все-таки очень много баллов набрал. Не хотелось бы просто так вот здесь потерять эти баллы. А, не хотелось бы, в итоге потерял. Давайте еще повторим.
Так, ладно. У нас выбора нет, в принципе, да, 4 билета. Либо тратим 4 билета, либо оставляем все как есть. Давайте оставим все как есть. В принципе, у нас еще 2 билета бесплатных будет на пробу. Так, а вот здесь тоже опять-таки могу все начудить. Так, что здесь поставить? За место, наверное, вот этой штуки поставим. Хотя нет. Ставим-ка с вами крылышки. Вот сейчас будет тоже нам максимально далеко мяч бы прокатить. Давай, катись. Слишком медленно еду, ребят, на самом деле. Попробуем разогнаться. Ха, похоже, не получится. Фу, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, обидно. Нет, ребят, не смогу заехать. 4300, в итоге 32800 у нас. Ну, давайте попробуем. В принципе, что планировал, получилось, да, немножко улучшил свой результат, даже он на вторую позицию вылез. Но видите, небольшая ошибка где-то и все. Пиши пропало. А, вообще разбился, ну как это понимать? Да. Здесь у нас марку. Так. Ну, здесь я попробуем опять на десяточку сигануть. Нет. Соточки, ребят, монеточки пропустил. 6700. Вот это вот вечная проблема. Езда на заднем колесе, ребят. Это для меня вечная проблема. И тоже, и с этим мячиком тоже у нас вечно какая-то ерунда происходит. Фух, вообще самое легкое поражение. Ну что, последний бесплатный билетик. На этот раз я не... Блин, надеюсь, ты не разобьешься. Надеюсь, да, надеюсь. В итоге ящик нам башку просто проломил. Замечательно. Ну, видите, самый первый билетик у нас был самый удачный. Блин. Все равно езда на заднем колесе, конечно, нам немножко все там подпортило.
9200. 9300, грубо говоря. Фу, да. Опять этот мячик. Как же вот здесь-то нам попробовать улучшить все-таки, а? Чувачки же даже на 10 баллов как умудряются пролетать. А я не могу. Конечно, если так вот тупить все время. О! Подожди. Это что такое-то? Вот это прикол. Все равно мячик у нас вылетит сейчас рано или поздно. Это все равно от нас, наверное, улетит. Стоять бояться, блин, там обрыв. Ну, было прикольно провести мячик вместе с собой, да? Так, ребят, ну что, в принципе, улучшил немножко, но все равно не то, хотелось бы там чуть побольше. Ну, ладно, как есть, так есть. В принципе, сами видели, что происходило. Ладно, ребят, подписывайтесь на канал, не забывайте жмакать на колокольчик. Дальше будет интересно. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.